Счастье сразу не распознаешь. Надо подождать и, главное, не забыть, что оно было. Состоялось. Из признания руководителя ГТРК «Регион Тюмени» Анатолия Мельчука. Может, это и стало точкой отсчета уникального проекта «Земля счастливых людей», переросшего в масштабный мультимедиапроект, который сегодня, практически накануне дня рождения нашей родной Тюменской области, ее замечательного 70-летнего юбилея, завершается презентацией удивительной книги «Сибирь. Земля счастливых людей». Мультимедиапроект к 70-летию области завершен. Перед вами книга, вы уже можете ее полистать, почитать, познакомиться с коллективным трудом тюменских журналистов и писателей. Каждый из героев этой книги, которому задавали вопрос, в чем видите человеческое счастье, отвечал по-своему. Вот. Но мне кажется, их объединяло одно, они делали сами все для того, чтобы люди, которые живут рядом с ними, были счастливыми, чтобы тюменская земля была действительно землей счастливых людей. Почти что всех людей, о которых есть публикации, я не говорю о фотографиях, знал лично. Это действительно люди интересные, люди выдающиеся, люди, сделавшие очень много для нашей области, писавшие яркие страницы ее 70-летнюю историю.